привет, ребята, добрый день. Едем, едем. Сень, какой день пребывания у нас в Ялте? Сегодня, даже не знаю, наверное, пятый. Сегодня, наверное, пятый день. В общем-то, решили выбраться с Ялты. Такое нам посоветовали местечко. Партенит. Партенит, парк Кайвазовского. Говорят, очень там круто. Там скульптуры разные, фонтанчики, водопадики. Ну, не знаю, там может быть все это будет, да? Пляж. Пляж обалденный должен быть. Считается райское место. Ну да. Парадис парк. Короче, проехать это вот, вот проехать это надо вот сюда вот. От Ялты. Ну это где-то 25 километров. Никита, Гурзуф, будем проезжать, Гурзуф и Партенит. Короче, там обалденные места. Короче, это мыс Аюдак. Там, по-моему, также гора Медведь, по-моему, находится. Местные рекомендуют туда съездить обязательно. Посмотрим. Все, что в жизни есть у меня. Это все есть у меня. Поселок Гурзуф. Ресторан. Нам надо добраться до следующего поселочка. Это будет поселок называться Партенит. Река Вунда. Вот такие просторы открываются. Знаменитый Артек проезжаем. Который... могли попасть, у нас лучшие и лучшие из лучших, да, там, одноклассники, всякие пятерочники там. Пионеры, комсомольцы, да. Спортсмены. Ну вот, Партенит мы подъехали, заезжаем еще до набережной 4 километра. А парк Айвазовского не подскажете где? А, уже приехали, все, спасибо. Ну вот, в общем-то, там, в принципе, осталось немножко, грамм 100-200. Пойдем сейчас до парка Айвазовского дойдем. Посмотрим, что да как. Грандиозный парк, говорят. Парк красивый? Ну, если с патриаршовым будет. А, ну там растительность, да, какая-то экзотическая. Цветы. Цветы там, да? Да, цветы. Деревья. А выход к морю там тоже есть? Выход есть. Есть, отлично. Искупаться мы тоже хотели бы. Нет, что ты? Ты плавки не взялся? Да, я. А, давай, давай. Первые признаки ходьбы, уже стал появляться мозоль на ногах. Мы проходим, наверное, километров по 10 в день, да, Андрюх? Короче, нормально гуляем так. Сюда уже, это санаторий какой-то написано. Айвазовская. Короче, приехали здесь на работу, народу толпа целая, короче. Не так-то просто туда попасть. Слушай, а билеты здесь, походу. Пойдем в тенечке постоим, там экскурсия какая-то. Пусть они пройдут. А, короче, вход не алкогольный, в нетрезвом состоянии запрещен. 300 рублей, да? Да. 300 рублей. Табо. Ну, Айвазовский, по-моему, да, стоит? Память. А вот, пойдем посмотрим здесь карту. Сад Айвазовского. В 50-х годах 20-го столетия продолжает свое развитие в основу образного строя парка взяты мифы, легенды, исторические факты, связанные Партенитской долины, греческая культура, таурийские дольмены, средневековые генуэзские укрепления, фрагменты восточных садов, секвойя, короче, очень много всякой растений. Давай пойдем, с чего начнем? Короче, пойдем вниз пока. Вот такие цветочки здесь тоже есть. Красиво. А там что-то рассказывают даже, да? Походу, поверье тоже какое-то есть, надо потрогать за эту ногу. Тише, лесенка здесь. Спускаемся вниз. Дело в том, что потом об этом расскажу. Она очень несложная. По ту сторону. Тура молодая пара. Называется композиция.
источник жизни. Только водички не хватает. Не работает что-то. Себя потерять обедать не получается. Очереди к вам. Ну, можно на обратном пути. Все так, парк вообще красивый, да? Радует? Есть на что посмотреть. Ты поверишь, что надо шептать на ушко. Вот эта ракушка, такой типа античный телефон у него такой в руках держит. Лев. Символ мужества власти. Здесь у нас на лесенке стихи Александра Сергеевича Пушкина. Лежит море уже. Надо будет скоро искупаться. Посмотрим виды там. Ну, вот такие вот красоты здесь открываются. Цветочки. Не хочешь? Чем пахнет? Приятненько. Угу. Вот такая ступеньки идут такие к морю. А вот здесь вот по бокам должен быть водопадик, такой каскад водопадов. И так он идет, идет, идет. И вот туда приходит все это дело. Но, к сожалению, почему-то каскад водопадов не работает. Как красиво. Ну, ледок. Ну. Тут, короче, типа золотые лошади какие-то стоят у нас. А мы пойдем к морю. Запарились, жара невыносимая. 35 градусов. Красиво, в общем-то, растительность такая, все аккуратненько пострижено. Сейчас спускаемся вниз. К морю. Ну, подошли вот такое лавровое деревце здесь. Лаврушки пахнут. Действительно лаврушка. Прикольно. Очень много всяких тут. Зверюшка, там памятник, типа олень там или кто это, косуля. Спускаемся вниз, вниз к морю. Кипарисы. С стороны какой-то санаторий, походу, находится. Как прям прикольно, там и на окна выходит на море, прям с другой стороны. Вот идем к этой беседке. Сейчас пофотографируемся немножечко. Парисы. Ну, конечно, растительности здесь очень много, разнообразной. Ничего, как вид. Какой-то бассейн есть. Пальмочки. Ну, тут санаторий этого, походу. Территория санатория. Так, а нам надо попасть на море. Кактусы какие-то тоже. Кругом кактусы, куда ни глянь. Прям Мексика какая-то. Агава, растения.
Тут мы пойдем в туалет сходим. Так, еще немножко осталось до моря. О, водичка-то, вот она, близко совсем, 50 метров осталось. Совсем рядышком. Это что у нас такое? Правда, жарковато сейчас сидеть здесь. Очень жарко. Вот такие пляжики. Моторные пляжи. Здесь всегда только строго по пропуску пройти невозможно так. Поэтому идем дальше. Там 5-6 пляж, сказали, вроде как можно. Ну, фонтан. Вот здесь это дельфины какие-то, памятник дельфинам. Отвел. Красиво. И на портанику очень даже неплохо, неплохо. Меня радует. И набережная такая вполне цивилизованная. Растительность как экзотическая. Вот, яхта. Агава, растения, пальмочки, но это, судя по всему, маяк у нас здесь. Вечером, наверное, светит, указывая путь кораблям. Спокойный отдых, наверное, для семейных пар вообще просто благодать. Семьей приехать сюда. О, здесь у нас Нептун. Такой памятничек. Короче, проход к пляжу 5-6 туда. Здесь, походу, пляж обыкновенный для всех. Можно купаться спокойно. Заходим в воду, в общем-то. Сейчас попробуем водичку. Вода чистейшая просто. Просто прикольно. Сейчас немножечко поплаваем с маской.
как тебя зовут? Меня Оксана. Оксана. Вот девушка. Девушка тоже отдыхает в Ялте. Оксана зовут. Да. Границы, на границе есть проблемы определенные все равно, да? Ну так это. Проблемы долго, да. То есть там под настроение. Знаете, если люди работают, допустим, то тут хотелось бы уже, чтобы настроение было работать. И быстрее это все. Ну, конечно, это муторно, конечно, стоять там в очереди, там не знаю вообще. В Запорожье, там, по новому городе? Какая разница, опять валюту. А, в любом, банки, да? Да. Банки не, я был, думал, у вас вообще всю валюту российскую убрали, так как, ну, отношения-то ухудшили, в такой степени, что там чуть ли не война. СМИ преподносит так, по крайней мере. СМИ преподносит, да. Вот, мы пытаемся выяснить, короче, правду. Правду. У нас как бы более правдивая информация будет на нашем канале. Отношения к России у меня не вот у многих знакомых вот нету такого какой-то вражды и все остальное. Политики мы себе. Вот точно возьмите Евровидение. Выиграли, то есть некоторые там говорили нет. Вот я считаю, что Лазарев был достоин победы, поэтому и нам победа не нужна была по поводу проведения Евровидения. Ну, так ты не знаешь. Нету вражды, нету какого-то ненависти к русскому народу. Если у нас там, понятное дело, в России будут, и у нас будут, которые там... Ну, это да, есть такие нацисты, там, так сказать. Вот у вас там, по-моему, там прогрессирует это вот правый сектор. Ну, родственники, в принципе, у всех остались в Украине, всех как бы, да. У меня подруга переехала в Питер, вот она уже замужем 5 лет, принимает гражданство. И ну, вообще, меня... отношение к Ялте классное, да? Мне есть... вообще к Крыму, я... А где были? В Севастополе были тоже, да? Симферополь, Алушта, ну, Партени, где еще была. Ну, все. Ну, если я отдыхала вот в зоне Экспо, это была всегда Алушта. Ну, мы так выезжали на экскурсию. Аупки тоже красиво там. Ну, там это Воронцовский дворец, да, Аупка? Нет, ну, в Алуште была. В Алуште. Завтра поедем. А, в Алуште. Да. Ну, там море чистое, это тоже так же, да? Нормально. Ну, конечно. А в Судаке? Не была. Вот именно вот столько как, там как было. Кобеля. Кобель мы проезжали на машине, мы там заехали, ну чисто так вот на пару часов, наверное, заехали, искупались. Меня там поразило, что там как бы есть вот такой идет городской пляж, да, и рядышком идет прям нудистский пляж, то есть прям ничем не огорожено, ничего, прям хоп, резко переходит нудистский, и нудисты загорают, девчонки, ну, парни. Приятно, ну, бесплатные пляжи, потому что вчера... Ну, здесь бесплатные, но ну, там нельзя, там... Куда, наверное, при... Нет, а при Украине были платные? Все пляжи. Городской был вот такой вот маленький кусочек, но это я палышка, то я вот тебе обычно уже... Там Массандровский пляж, да, все платные было? Все пляжи платные. Вот территория вот так вот по волнорезам. Это, допустим, там горизонт, это то, это то. То есть и шезлонги, то, ну, шезлонги, понятное дело, платные. То есть, в принципе, при России как бы немножечко даже это, что-то сделалось, улучшилось, да? Как ну, бы. Хотя бы, что приду на пляж и не буду платить, а так ну, если да. Ты... Ну и дороги, говорят, ты... дороги тебя стараются сделать, восстанавливать дороги вроде как, пытаются там. А так, если ты не на базе, то ты платишь каждый день за пляж. Ну да. Ну, это не нормально, конечно, что все пляжи будут платить. Ясно. Конечно, Крым есть Крым, ни один, мне кажется, никакое Азовское море. Азовское море, оно вообще даже цвет имеет другой. Какой-то прям бирюзовый оттенок, а Азовское, оно прям какое-то... Чёрное. Вот я, честно... Как это, как обычное озеро. Я отдыхала в Крыму, вот, ну, долгое время. Потом же, я такой был... Я не помню, потом в году приехала в Кирилловку на 2 дня в Ахуарке на море. И был шторм. Я говорю, я сюда не зайду. Я говорю, я здесь купаться не буду. Оно же песок, еще и песок, это все баламутит. Ну вот когда в Коктебеле мы были, там тоже вода была грязная, в Феодосии была вода грязная. Сейчас вот нормально. Ну, это, наверное, за счет шторма. За счет шторма. Ну сейчас, да, если волны будут, здесь тоже она будет мутная. Но самое оно сейчас понырять с камерой, поплавать, заснять, поймать крабиков. Не а у него... Мы вчера были там, как я не знаю, что это было, какие-то в ракушках. Вот что-то они там за собой, что-то были заморские. Рапаны, наверное, какие-нибудь. Возможно. Рапаны. Рапаны. Ведь вечерами как гуляете на набережной? По дискотекам? Или нет. Так просто гуляете? Мы с семьей, поэтому... А, вы с семьей, да? Нет, они с семьей. А, семья? Я приехала одна. Нет, это они же с семьей. Ну, мы так прогуляться. Вчера был первый мой день, поэтому мы так по набережной прошлись, потом пришли, там такая верандышка. Потому что мы так, у них еще собака хаски. Утром вечером гуляют, обращаются. Вот это отлично. Хаска хорошая собака, порода такая мощная. Это, по-моему, охотничья, да, считается? Да. Да, она за котами тут. Она их выискивает просто. Так,
у вас есть молоко? Да? Ну вот ромашечки две штучки у меня осталось. Все с кушаньем. Если хотите, я вам просто отложу то, что ромашечки. Потому что у меня вот тут сирень отложили, еще что-то так не видно. Я сейчас тоже возьму. Там. Есть от маме, папе, бабушке. Вот. Ну давай. А где мама, папе, бабушка? А вот их много. Разные какие-то. Едем сейчас в Бурзу. Вот. Посетили недавно только что Партенит. Очень такой интересный тоже санаторий Абайзовского. Там много всяких скульптур было. Там очень много относится к древнегреческой мифологии. Такие скульптуры там достаточно интересно. Так. Ну и, естественно, пляж понравился.